Дай мне напиться перед смертью. Давай втихаря налью, они не платили за рекламу. У нас новая система. Ниже. Соленая пицца и посередине ананас. Занимаем позиции. Такая голодная, ужас. Что это было? Я тренируюсь. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмили и Асквотима Боксер. Сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео, и Асквотима на меня очень злая. Потому что мы договорились встретиться в 2. Я звоню ей 1:30. Я думаю, что она уже находится в пути. И вдруг она говорит, я просто купалась. То есть, понимаете, она должна быть уже в дороге к моему дому, а ей еще сушить эту шевелюру. Я специально сделала хвостик, потому что после видео меня будут бить. Так даже удобнее, смотрите. Я просто сдерживаюсь ради видео, ради вас, ребята, чтобы не портить нам планы. Мы только отснимем видео, и я смогу расслабиться и сделать это. Бить ее. Долго и много. Здесь, значит, у нас такая эксклюзивная пицца с ананасом. Гавайская пицца. Пати ее всегда хвалила мне, но я никогда не пробовала. И на этот случай у нас здесь пирожки, если мне не понравится пицца. Да, если она как всегда начнет, то я не могу, это невкусно. Ой, что это? Она начнет ныть. В общем, я уже подготовилась. Так. Пахнет. Хотя, знаете, обалденно. Зря я это сделала. Надо было заставить ее есть эту пиццу. Силой. Ты же добрая у меня. Очень напрасно. Я подлизываю специально. Она знает, что ей достанется. Почему они не разрезали ее? Не разрезали. Просто очень плохо. Необычный вкус. Соленая пицца и посередине ананас. Это кайф. Я люблю сочетание соленого и сладкого. Вкусно? Буду слабо бить ее. Вкусно не то слово. Обложка. Вкусно. Очень вкусно. Если вы никогда не пробовали так же, как я советую попробовать. Если вы любите сочетание соленого и сладкого, возьмите себе кусочек. Я думаю, хватит. Я съем до конца. Мне очень нравится. Края очень жесткие. Да. Поэтому мы их есть не будем. А так, в общем и целом, обалденная пицца. Ой. Я вообще достаточно придирчивый человек. И, если честно, я люблю не все. Далеко не все. Я раньше думала, что люблю не все, пока не встретила ее. Она нас очень в тему. Если вы тоже любите гавайскую пиццу, обязательно пишите в комментариях. Посмотрим, сколько у нас. Да. Я знаю, сейчас будут писать, фу, как можно. Почему, фу? Мне кажется, очень даже вкусно. Но меня мама учила, что фу говорить на еду неприлично, так что учтите. Как песня из Тимати. Твой грязный блик в комментариях. Ну. Как вы видите, змеи рекламные. Это, по-моему, 2 кусочка или 1? 1. Да там все как 1 огромный кусок. Вкусняша. Она такая сочная и тонкая. Хоть она и тонкая, начинка в тему. Я увидела, что мне в комментариях писали, что чем это вы запиваете, это что, молоко? Айран перепутали с молоком. Нет, это не молоко. Кефир с водой. И ананас. И ананас.
кошмар. Сколько я не пробовала делать пиццу, никогда не получалось так вкусно. Домашняя пицца по-своему вкусная. Она не сравнится с этой. Но тонкая. Ну, здесь ингредиенты, я тебе скажу, очень тонко нарезаны. Да, но она сочная, там какой-то соус. Томатный. Знаете, мне ее привезли буквально за минут 15. Да? Закушу пирожком. Видишь, пирожки понадобились тебе, а не мне. Тоже мне. Потому что я не наелась. Есть еще пиццу возьмем. Чтобы тебе досталось больше пиццы. Какая она милая. Сама заплатила за пиццу. Сама оставила ее мне. Еще люди пишут иногда, что Фатима за все платит, все покупает, а Ковальчик. Понимаете, нам все равно, мы как сестры. Понимаете? Так как мы сестры, семью не выбирают, в семье не без урода. Если бы можно было бы выбрать, я бы все равно выбрала бы тебя. Потому что ты лучшая. Ты моя хорошая. Конечно бы ты выбрала меня. Конечно, я лучшая. Все и так это знают. У меня не было никогда сестры, но я всегда мечтала. А теперь у меня почти... Хочешь своей пиццей? Давай поделим. Общее дело нас связало. Ну ладно, ты тогда возьми большой кусочек. Спасибо. Это вообще-то куда ты унесла? Тут маленький твой. Ну я просто оторвала на нас. Вкусно-то как? Это стоит попробовать. Да, это интересно. Экзотика. Кстати, видео про экзотические фрукты, надо его смонтировать. Да, мы его сняли в прошлом году. Да-да-да. Последний кусочек. Мы прям смели. Гавайская пицца. Гуляет. Кстати, вы спрашивали, где мы заказываем. Это Белла пицца была. Нас убьют. Как жалко, что это кусочек последний. Это самый большой размер. 35 сантиметров стоит $10. Недорого. Надо учитывать этот момент, что пицца очень тонкая. Я сейчас съем пирожок. А пирожок с чем? Курица грибом. Вот. Сейчас попробуем. Я увидела в комментариях, там написали. У меня такое ощущение, говорит, что вы только живете и думаете о еде. Так и есть. Да, я ее написала, так и есть. У меня такое ощущение, говорит, ну конечно. Ощущение, всего лишь ощущение. Я всегда думаю, что вкусно, можно поесть. Будешь или ты наелась? Я наелась. Было вкусно в меру. Хорошо. Молоко с зеленью. Молоко с зеленью. Все комментарии мы по возможности стараем читать. Отвечать. Да, не смотрите, если мы не отвечаем, просто не бывает времени. Иногда я смотрю, вижу комментарии там несколько недель назад, думаю, не в тему уже отвечать. Человек уже забыл, что писал. Поэтому. А я отвечаю. Иногда бывает, что даже 3 месяца назад человек написал, я отвечаю. Мне понравился комментарий, я отвечаю.
Я тоже, бывает, сижу на последнем видео, отвечаю, потом... Ой, не на последнем, а на старом. Потом ловлю себя на том, что эти комментарии полгода назад были написаны там. Даже обидно, с одной стороны, что мы не можем каждому подписчику уделить столько внимания, сколько уделяли, например, на начале нашей карьеры. Это карьера. Да. Ну да, да. Среди вас есть девочки, которые со мной были еще с тех пор, когда я снимала про косметику. Я по аватаркам помню. Как мило. Они не меняли аватарки, так что не меняйте, я вас помню. Также обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. Там мы заранее делаем анонсы наших видео, потом мы это все монтируем, и уже через несколько дней это все выходит в YouTube, так что вы можете быть заранее в курсе и знать, какие видео выйдут у нас. Дальше у меня пошел пирожок с грибами и с грудкой, да? Да. Вкусно. Мой любимый пирожок. Будешь? А это как тебе? Нет, я наелась. Впервые она наелась быстрее, чем я. Это все айран, он сытный очень. Ну как будем бить ее? Меня что-то пропали. Дай мне напиться перед смертью. Давай втихаря налью, они не платили за рекламу. У нас новая система. Ниже, хватит. А что за бренд я такой первый раз вижу? Не надо. Это как в Доме 2. Ты видел в Доме 2? Все продукты заклеены. Да, правильно. Заклеены таким скотчем, где написано Дом 2. Например, участник ходит в майке, она от Nike. Да, здесь есть Nike. И вот ему так замазали этот Nike. Не то, что замазали, заклеили. То есть нет рекламы. Скажем, нет рекламы, мы как Дом 2. А если говорить серьезно, вы замечаете, что реально в наших видео нет рекламы. Я считаю, что это большой плюс, потому что мы говорим от души. То есть если нам какая-то пиццерия заплатит деньги, мы уже вынуждены говорить, что это вкусно, хотя это не так. Вы закажете эту же пиццу, вам не понравится, в результате мы потеряем наших зрителей. Да, доверие потеряем. Зрителей, да. Кстати, а если у меня на майке цветочек, это тоже реклама цветочка. Считайте, это надо тоже заклеить. Нет, ну у цветочка уже нету какого-то бренда. Тут все же не написано «Ахчей». Это почему? Ой. Это реклама цветов. Кстати, многие спрашивают, как мы отрастили длинные волосы. Может, как-то и про это видео снимем? Можно прямо здесь рассказать. Для того, чтобы были здоровые волосы, нужно хорошо питаться. А у меня вообще с детства длинные волосы. Я не представляю свою жизнь с коротким волосом. У тебя были когда-нибудь короткие волосы? В глубоком детстве я мечтала о длинных волосах. Я ничего не кушала, и у меня были очень тонкие, слабые волосы. Да ладно, у тебя? Да, потом у меня появился аппетит, когда я узнала, что есть еда, кроме каши и супчика. Ну... А на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наши каналы. Ссылка будет в инфобоксе, ссылка будет закреплена в комментариях. И про Инстаграм не забывайте, про колокольчик, и про хейт, и про все остальное. Обязательно пишите свое мнение, мы читаем. Мы вас всех очень-очень-очень сильно любим. Хорошо, что вы у нас есть такое хобби. Пока. Блин, пицца была какая вкусная. Честно? Да. Это нечто. Тебе понравилось? Да, я вообще ананас люблю. Не-не, реально. А ты реально будешь меня бить? Я думала, это для видео, нет? Мы еще должны арбуз снять, рано пить. А, после арбуза.